Приветствую всех себя на канале. Сегодня все-таки решил поглядеть пчел своих, которые были подозрительные. Что у нас получается в итоге? Семья, можно сказать, пропала. До этого я дня 4 назад выгреб литр пчел где-то. Горка такая была небольшая. Вчера мороз был, ночью еще не было, минус 7 где-то 5. Но все-таки решил я их поглядеть, что тут такое. И в итоге у нас тут осталась их ерунда. Осталось на двух рамках пятачок 10 на 10 сантиметров. Что пропали они, я-то не знаю. Полно меда тут. Вот у нас рамки стоят. Полностью медовые. Снизу доверху. Это на зиму сиропом закармливаю, так что их надо будет пустить на раи куда-нибудь. В раи подставлю. Здесь вот сироп недопечатанный. Немного. И все эти вот рамки полные. Вот снизу еще пчел кучка лежит, это я сгроб сюда. Ну, не так и много. Семья шла на 10 рамках. На 10 рамках шла семья. А осталась ерунда. Можно сказать, вот я выкинул пчел рамку. Ну, литр пчел, рамка. Вот гляжу, не заметил сразу. Дерьмо мышиное. Может, мыши постарались, беспокоили зимой, так они повылазили все. Хотя не видно так, чтобы крошка была и соты погрызены. Но откуда-то нечистоты взялись. Что у нас тут получается, я уже открывал, где пчелы сидят, там буквально вот пятачок кругленький, такие 10 на 10. И корм они там добрали до самого верха, ну, сторонки тоже есть, но они никуда не сдвигаются. Здесь вот все рамки, видно, полные меда. Получается, что осенью я в сентябре собрал их на зиму, подкормил. Они куда-то делись. Оставляю я 10 рамок, сейчас тут походу 5 стоит еще. Вот 18-й год, 10 штук я подписываю. И размер гнезда вот полосочкой вот. И это чтобы сформировать луток напротив. И осталось у нас 1, 2, 3, 4, 5 я бок отодвинул уже, и 5 еще тут остается. Сейчас полезем дальше глядеть. Куда пчелы делись? Скорее всего, что по осени. Хотя и обрабатывал от клеща, клещ подъел. Сходил, все добавил дымокур дерева трухлявого, перегнившего. Так, будем глядеть дальше. Мы их максимально сжать надо и может даже подкормить. Такое и положил напротив, где пчелы сидят тут эту. С отверстием корма. Ну, не без потерь
Одна семья за зиму, это еще немного. Одна пропала по осени у меня. И одна вот зимой, можно сказать, не перезимовала. Вот. Там рамочка у нас получается. Тут рамочка. 3-5 штук. Ну и вот пчелы сидят. Распалю дымокур, то что хоть их и мало, но они все равно волнуются и пытаются джигнуть. Опа. Я без маски так. Пчел немного, они сидят в основном. Так, убираем перегородку в сторонку. Поставлю в ульещину. Не мешало. Будем убирать дальше рамки. Что у нас тут? Странное дело. Ну вот видно был клуб. Вот он дошел доверха. Но пчелы пропали не от голода, скорее всего. То, что клуб видно вот сидел. Буквально на одной рамке. А что-то такое? Матка, что ли, пищала? А, их сгоню, чтобы не мешали нам работать. Ну вот, получается, сидел клуб тут у нас, мед доверху выбрали и пропали. Мед, колхоз наш постарался, скорее всего, с тобой пчелы накрылись. Сейчас глянем. Не, вроде не севший, просто загущий, загуз. Густый сильно мед, но не севший. А здесь такой наполовину севший, вот. Видно, наполовину севший мед, наполовину нормальный. Но это не из-за меда пропали они. Думаю, меда никто взяли. Ну вот добрали до этого и пропали. Что так? Непонятно. Первый раз такое. Просто раньше рапс у нас не водился, может быть, еще из-за рапса это дело все. Немного вычищу сейчас все это дело. Пчелы выскакивать пытаются куда-то. Ладно, почищу, что можно. Больше их особо беспокоить не буду. Кастрюлю закинул живую пчелу. Опа, так. Что они пропали, а? Не знаю. Ну, это можно сказать, пропали. Потому что это не пчела. Хотя по осени было плотных 10 рамок. Так, почистим немного. На улице плюс 9 сейчас, ночью было минус 5. Ну, минус 5, может, и более даже. Так. Ладно. Можно еще одну отодвинуть, гляну, что там. Да, тут уже пчел осталось, так сказать. Да, с дымара капает конденсат. Я думаю, может, им нельзя даже и это
Сейчас буду кусаться, выскакивать. Разорву гнездо. Да и сейчас спокойно они себя ведут. Хоть их тут и не много. Опа, и тут нема ничего. Еще одну рамку отнимаем. Останется две рамки. Короче, пчел тут, можно сказать, пусто. Ну вот. Эта рамка полностью выбрата. Доверху. И с этой стороны доверху. Да так сидел клуб. В сторону не пошли, ни в заднюю, вперед, никуда. Странно. Можно сказать, клуб сидел на... Одну мы убрали. Чуть-чуть сидел он. Одну убрали, вторая сплошное почти сидела пчел. На третьей тоже будет сплошное. И на четвертой немного. Но это не пчелы. Были четыре рамки. Из них две, только плотные рамки. А на зиму я ставлю 10. То, что по осени полный улей был пчел забитый. Так что странное дело у нас вышло. Вот. Все, что осталось у нас. Три рамки. Три рамки остались. Еще на той пчелы и на этой чуть-чуть. Я уже их открыл полностью. На улице не лето. Бляха отдыхается все вместе. Ладно, уже все равно это семья. Можно сказать, пропаща. Это не семья. Вот. Все, что осталось. 10 пчел. Вот. И вот. Легче их открыть уже, чтобы замерзли еще. Чтобы не мучились. Так-то вот, пропала семейка, непонятно почему, то что одна рамка, чуть-чуть угла не цепнула, одна рамка пчел была сплошная, вторая. Можно сказать, третья. Но если гнездо собрал. Одна, две, три, четыре. Одна, две. Две сплошных, три сплошных. Три сплошных были рамки и две кроющие были. Было можно, если собрал бы на зиму хорошо. Перезимовали. Потом, видать, пчел мало. Нагрузка на их сильно пошла, 10 рамок стояло. То они съели весь корм доверха в сторону, троху пошли к заду сюда. Можно сказать, с голода и пропали. Так бы вышла семейка, рамки 2-3 весной, развилась бы. Ну ладно, пропали, так и пропали уже, что делать. Подставлю я им в середину медовую рамку троху, разворсаю и распечатаю. Поставлю в середину, сгоню остальных. Их даже расплодишься. Ты, елки-палки. 10 пчел, они расплод ростят. Значит, где-то тут и матка будет. А что-то делать нам тогда? И расплод выходит, наверное, ага, уже трогать тогда не буду. Поставлю сбоку им рамку с медом на эту сторону. И все. Ладно, буду я на этом заканчивать. Дальше надо мне две руки, чтобы это все дело сделать. Так что снимать не буду. Жалко, конечно, семью это уже так. Ну, что поделать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачной зимовки. Хай такое не повторяется. До свидания.